Дорогие друзья, добрый вечер. Вы здесь? Это Blessed of Power. Юмуль, нажми педальку, будем знакомиться. Нажми. Не только нажми. Дорогие друзья, сейчас Дима нажмет. Мы познакомимся. Ну, нажимай скорее, я уже немножко слова закончил. Дорогие друзья, это Black Sox Power, я вас не слышу. Я вам это уже больше похоже на реакцию. Дорогие друзья, позвольте представить. Дмитрий Пауэр и Лугдин, клавишные, давайте поприветствуем. Чем вы горячее приветствуете, тем вы горячее играем. Так, у нас на басу соумен. Петр Дольский. Вот, дождались наконец. Монстр за барабанами вообще. Жара. Давид Сакоманян. Улетный саксофонист, который к тому же еще сделал марку Black Sax. Вот он. Легенда. Тим Казанов. Оу. У нас будут гости. Мы вас рады видеть. Меня зовут Анна Королева. Первая композиция называется Congratulations, Тима, и она для тебя в честь твоей марки Black Sox. Это не реклама, это любовь просто.
солоно, если понятно, чтобы вы согрелись с улицы. Да, мы продолжаем, дорогие друзья. Сейчас у нас будет тоже такая новенькая песенка, она называется «Тебе просто приснилось». Thank you.
Большое спасибо, дорогие друзья. Ну вот так вот мы на вас, да, инструментально набросились. А, да, вот очень уж хотелось вот, инструментально на вас наброситься. Сейчас надо спеть песню. Как кто? Каушанский, да, я, кто, собственно говоря, да, иногда как Каушанский, да, кто не знает, там, Каушанский, это джазовый такой ведущий, Дим, я тебя убью. You will fly with me. Дорогие друзья, вы вообще здесь? У меня такое ощущение, что не понял. А то я сейчас превращусь в Каушанского, я буду петь его дым. Подержи, пока я дышу, да? Thank you.
нельзя. Ну вот, после песни снова будет инструментальная страсть к вам испытывать. И опять Каушан. Черт, он не говорит такое словосочетание, инструментальная страсть. Это не фиртак. Фиртак будет так. Ладно, дорогие друзья, это у нас так, перебранки такие любовные. А сейчас у нас, посмотрите, они опасны, видите, да. У нас есть композиция, она называется «Кубик Рубика». Такая форма получилась, что очень напоминает. Пока мы сейчас ноты найдем, музыку только по нотам. Друзья, это Анна Королева, ваш аплодисмент Анна Королева. Я хочу просто рассказать небольшую предысторию, что вся музыка, которая будет сегодня звучать, написана Анной Королевой. В честь выпуска саксофона, который производится в России. Так что, если кто хочет научиться играть на саксофоне, его уже можно купить в России. И будет так же хорошо звучать, как и у нас. Он у всех так хорошо звучит. И стоит совсем недорого. Но немножко я отвлекся. Дело в том, что музыка вся написана специально для нашего саксофона, который называется Black Sax. Поэтому нашу программу мы назвали Black Sax Power. Вот. И мы с удовольствием играем все композиции Анны Королевой каждый день. С удовольствием. С утра и на ночь. По ночам нам нравится.
Фарда. Сейчас настало время сделать вам подарок, какой я объявлю чуть попозже. Сейчас хип-хоп будет, пожалуйста. Нео соул и рэп, это близнецы почти. У нас есть офигенный гость, рэпер, славный человек. Его name Серебряная пуля, как положено в рэпе. А ну-ка, встречайте, как надо встречать рэп. Привет, дорогие друзья. Много рэпа в вашем доме. Запомни лист твой, будет сыпаться сухой листвой. Наступит осень, у тебя душа достанет.
станешь голой, полой изнутри вечно прокучится жизненной школы. Сжимаем сильнее скулы, а дикой злости поймешь меня, когда от старости осталась гость. Сейчас ты не одна, но одинока, таких как я ты не найдешь, таких как ты здесь много. У самого порога мои мысли ты стоишь, не надо ближе. Ты знаешь, я люблю и ненавижу, ты падает дыхание и жена уходит взгляд, мой тебя не вижу. Я обману твои клятвы, я благодарен, их не сулят мне вдохновение. С тобой был бездарен, без тебя я гений. Теряла тысячи раз, в один год горели крылья мотылек. Не до того берется право пулю, соли на глазах, позже ветром на устах. Забытым местом жизни, не думай об этом. Не думай об этом. Я там, где позабыто твое имя, ты там, где круг страданий лишь на середине. Я там, где позабыто твое имя, ты там, где круг страданий лишь на середине. Друг, ныряю в объятия любви отныне, сейчас. Храм, все двери записи, скамки сменили, где мысли ворошились, пуш, много пыли ворошили, ты теперь под... Замки сменили, где мысли ворошили листву, уж много пыли ворошили, и теперь утром под каждую дверь не доверяют больше, уж поверь, падай, моли о помощи, прости пощады. Я там и руку не подам, а ты же по следам соленый. Я бы не забыл, каким я был влюблен, но не забыл, что был тобою предан. Вдохновленный, придет этим летом вечно, буду творить шедевры, парить пути млечным. Кому-то что-то вечное, парни же с изувеченной судьбой, но все же счастлив, что я не с тобой. Я там, где позабыто твое имя, ты там, где круг страданий лишь на середине. Друг, ныряй в объятия рук других отныне, а я забыл тобою, ведь меня нет и в помине. Я там, где позабыто твое имя, ты там, где круг страданий лишь на середине. Друг, ныряй в объятия рук других отныне, а я забыл тобою, ведь меня нет и в помине. Я там, где позабыто твое имя, ты там, где круг страданий лишь на середине. Друг, ныряй в объятия рук других отныне, а я забыл тобою, ведь меня нет и в помине. Я там, где позабыто твое имя, ты там, где круг страданий лишь на середине. Друг, ныряй в объятия рук других отныне, а я забыл тобою, ведь меня нет и в помине. Oh,
был первый сет. Сейчас у нас небольшой перерыв, и дальше будет сладенький. А будет второй сет. Все хорошо. Мы с вами. Спасибо, дорогие друзья. Как настроение у вас? Еще раз. Не понял. Вот, это же признак жизни. Надо не так спрашивать, надо спрашивать. Как настроение олимпийский? Ну, в олимпийском все. Ну, мужчина, чего? Дорогие друзья, у нас есть песенка, она называется «Welcome to Moscow». Ну, Москва – город как непростой, так и любимый. Пусть вам всем приносит удачу этот город. Ну, помнишь, как мы с тобой делали это? Да? Так мой друг старый, вот, и мы с ним делали это. Короче, парень, он тебе посвящается, слышишь? Там, за столбом сидишь. Thank you.
Привет, дорогие друзья! Спасибо, у нас для вас замечательный подарок. Я очень рада, что мы можем это совершить. У нас очень талантливый артист и представитель соул-культуры в нашей стране. Пожелаем ему удачи, поблагодарим его за то, что он приехал. Это Марк Эвич! Громко приветствую! На самом деле у меня другой голос, но так более сексуальный, поэтому насчет таки. Уже на хорошее начало, да? На самом деле... Коротковат шнур, поэтому я не смогу сегодня танцевать, хотя я очень талантливый танцор. Песня про опасных женщин. Здесь есть опасные женщины, это для вас. Я слышал опасных женщин, мужских. They tell me she's dangerous, yeah. She acts so outrageous, yeah. But you got no outrageous, yeah, baby. So just get low to her. She got me waiting all day. And all I could do was pray. So when the dawn came, she rang. Unfortunately, my mistake, yeah. She's breaking hearts every day, yeah. Cause it's a natural way. And I'm so sure I can take her. This irresistible flame, yeah. What? They say she's dangerous, yeah. She's so outrageous, yeah. But she can't afraid, yeah, yeah. Let me introduce you to the ladies I choose. If I smell a river, you'll never get the same. Got a bunch of women, got a bunch of women, name this Asian bitch. She's bad, but she's the one high. She never gets you, why don't you stop moaning? Cause I know what you know, what you're moaning. She'll give you love her. You never get you, gotta be saying, yeah, yeah. So maybe you don't know my name, maybe I'm gonna have someone with just a different one. You got your special, 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 special. Break it down now. Позвольте мне сказать вам об опасных женщинах. В моей жизни было много опасных женщин, вы понимаете, о чем я. Таких, как Анна Королева. Ну, ее не было в моей жизни, но она опасная женщина, поэтому... Просто представим, ну, когда-то в мечтах, в теории. Итак, дамы и господа, что такое соул-музыка? Что такое соул-музыка? Многие думают, что соул-музыка это... Многие думают, что соул-музыка это... Yeah, baby! Это не соул-музыка. Это не соул, дамы и господа. Соул-музыка — это когда на сцене такие музыканты, которые сегодня для вас играют, когда все друг друга понимают с полуслова, когда Анна смеется. Вот что такое соул-музыка, дамы и господа. Я хочу спеть немного с вами, если вы не против. Это очень простая партия. Мы с Петей Дольским. Мы давно ее готовили для вас уже. Нет. Окей. Готовы спеть, да, немножко? Yeah! 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 One more time, say yeah, say yeah, say yeah, yeah, say yeah, say yeah. One more time, say yeah, yeah. Okay, а теперь make it real loud, say yeah. They tell me she's dangerous, how she acts so outrageous, yeah. She got the you, baby. And maybe we can go crazy.
Can I fuck you, baby? Там все просто. Сыграем вместе, если возможно. Спасибо. Дмитрий Лукин. Я ничего не переврал, правильно? Дамы и господа, Дмитрий Лукин под ваши громкие джазовые аплодисменты. Я не знаю, почему так смешно, но, допустим, неплохая реакция на хорошую музыку. She was so damn good, and I said, baby, I'm gonna spend a night with you, baby. And I said, and the keyboard was playing, you know what I'm saying? My brother, you know, my black brother from Moscow, you know what I'm saying? And I was like, baby, come on, get down, take off your shoes, take off the dress, and I'm gonna fuck you all night long, baby. And I said, I just wanna love you. I just wanna love you. We can spend it all night long. We can move it all along. We can spend all night long. We can move it all along. Окей. И дальше, понимаете, вещи развиваются, да? То есть, как бы, ничего, что я много времени занимаю, просто мне очень нравится играть с этими парнями. Я много бы отдал, чтобы с ними сыграть, и я это сделал сегодня на максимально. Make some motherfucking noise, yo. Make some motherfucking noise, yo. For the band, yo.
И вот вечер развивался, я подошел к ней и сказал, ну, переводим то, что сказал бы черный человек на русский язык. Я подошел к ней и сказал: детка, у меня есть неплохая квартира прямо на Манхэттене. Пусть в подвальном помещении, но... And I said, yeah, baby, I just came. И тут зашел Барри Уайт и сказал... Барри Уайт сказал бы... I've been around the world, baby. And I said... I say, Jesus is my God, Jesus is my God. So, Jesus is the only God. He got everything I got, baby. Hallelujah! Hallelujah! Дамы и господа, огромное счастье стоять на сцене с музыкантами, которые сегодня играют для вас. Дмитрий Лобзин, дамы и господа. Давид Семенович, Петр Троцкий. Mark Motherfuckingevich in the house right now, yeah. Анна Королева. Тим Казанов. Где Тим Казанов? Который пришел самое время для соло саксофона, если понимаете, о чем я. Мими Дом, любимый Тарантас, я знаю. Make some motherfucking noise, yeah! I said make some motherfucking noise, y'all. I want more noise right now, y'all.
Thank you.
Анна Королева, вокал, друзья, Анна Королева, вокал.
Бориса Маркевича был выключен микрофон. Это была фонограмма, по-моему. Фонограмма. Дмитрий Лугдин, клавиши Дмитрий Лугдин, друзья. Дмитрий Лугдин. Давид Сагаманян с барабаны. Давид Сагаманян. Петр Дольский, бас-гитара. Петр Дольский, друзья, бас-гитара. Спасибо большое, меня зовут Тим Казанов. Вся музыка была написана Анной Королевой. Специально для бренда Black Sax. Кто хочет научиться играть на саксофоне, а еще лучше купить новый саксофон, покупайте Black Sax, и также будет звучать как у Анны Королевой и немножко как у меня.
Звучала для вас Анна Королева, друзья. Анна Королева. Спасибо большое. Меня зовут Тим Казанов. До новых встреч. Приходите на наши концерты. Спасибо. Мы уже встали, чтобы поклониться.